Абдулмалик Исаев, 10-й Сиражуддин Магомедов, 17-й Шамиль Магомедов, 55-й Эдгар Амаев, капитан команды. Опасный момент, и справляются. Ну, смотрите, как команда способна огорчить. Заброс. Заброс, и как опасно. И вот тут нужно было забивать, друг другу помешать. Формате. Именно в этом формате. 8 на 8. Удар. И мяч буквально Суман будет исполнять. Разбегается Салманов. И под удар это было. Это домашняя заготовочка. Неплохо, неплохо. Ну, собственно, такое же может произойти и с Кина. Если Версу забьет. Амаев. Амаев! Как же... Салман в итоге решил мяч продержать. И удар 1-0! Выходит вперед Версус! И это делает Арслан Амаев. Чили Перец футбольный впереди. Организовать. Сулейманов. Магомед Сулейманов. Мы помним его. Вот этот дриблинг. Вот это пенальти. Это пенальти. Второй гол может... Заур Сулейманов. И против Мисриханова удар 2-0. Версус. Это Заур Сулейманов. Мяч попал в руку игроку Кина. Момент. Надо забивать. Удар. И вот он был шанс. Аббасов. Подошел к мячу. Аббасов, удар, вратарь. Ну, не знаю, сколько там арбитр добавил. Вот момент, и какой момент сейчас упускает. Нарушил правила Сиражуддин Магомедов. А что, мяч в воротах, третий в воротах? Ну, получается, да. И на этом игра у нас завершается. Третий гол Версус забивает. И очень здорово все получилось. Быстренько разыграли, что даже оператор не смог этот мяч поймать. Но так или иначе, Версус поздравляем с